Привет, друзья! С вами Серафим. И сегодня мы поговорим в рамках нашей рубрики «Вы должны это попробовать» на такую тему, как сверхинтеллектуальный и мега-юмористический сериал «Теория Большого Взрыва». Даже сейчас я уже и не знаю, ну, есть ли такие люди, которые, ну, не слышали об этом сериале. Но, скажу вам по секрету, очень даже недавно я был в числе таких. И вообще, да, мне говорили, вот, «Теория Большого Взрыва», что-то там классно-классно, ура-ура. Ну, я постоянно проходил мимо этого сериала. Но, блин, он офигенен. Он настолько классный и интересный, что там просто я каждый раз себе, каждый день задаю вопрос, вот пока я его смотрю сейчас. Как я мог его не смотреть? Он напичкан очень хорошим интеллектуальным юмором. Там будет смешно и от обычных шуток, таких простеньких, там слегка там, ну, каких-то в разных направлениях, ну, вот шуток просто море и на разные темы. И как бы есть особо-особо интеллектуальный юмор, там намек на полунамек, и тем не менее в итоге вы потом вас просто разрывает. То есть персонажи колоритные. То есть смысл сериала в том, что в жизнь четырех ученых-ботаников, то есть хороших таких, ну, гиков, ну, веселых, добрых, вот, ну, вот они не особо там в жизни преуспели в плане общения с девушками. То есть они в науке очень хороши, там, гениальны. И вот в их жизнь врывается замечательная, простая, добрая девушка Пенни. То есть она селится по соседству рядом с ними, и это просто переворачивает ихнюю жизнь. И вот просто посмотреть такую конфронтацию простых мыслей этой девушки веселой, ненавязчивых таких мыслей, ветреных, и этих гениальных вот ребят, которые вот просто, ну, вот пытаются найти с ней общий язык, так как она очень красивая, она им очень нравится. И это в первом сезоне как бы происходит вот такое, как ихнее знакомство, и в дальнейшем этот как бы снежный ком просто колоссальные обороты набирает и массу. То есть там с каждым сезоном, с каждой серией все веселее, веселее, веселее. На самом деле сейчас уже выходит на данный момент уже 8-й сезон, и я такой, чтобы он был бесконечный. Сериал, ну, просто шикарен. Вы обязаны его посмотреть. Несмотря на то, что там может кто-то вам что-то, если скажет, что нет, не так. На самом деле, всех, кого я знаю, говорили, что очень супер сериал. И я примкнул к их рядам. Так что обязательно смотрите сериал, не буду вам много-много спойлерить. Просто поверьте на слово. Посмотрев хотя бы буквально пару-тройку серий, вы не сможете просто от него отлипнуть даже. Ни на секунду. Вы захотите постоянно его смотреть и смотреть. И ни в коем случае вас там не гипнотизирует. Просто настолько все интересно и красиво. Поэтому удачного вам, хорошего просмотра и ознакомления тех, кто не знает. Тех, кто знает, я уверен, вы с удовольствием еще раз его посмотрите. Я некоторые серии раз по 5, наверное, уже видел, и они не переставали меня удивлять. Еще один плюс, ну, очередной плюс в копилку этого сериала. Многие фразы из этого сериала стали просто культовыми. Там много-много крылатых выражений, которые я лично хочу все позапоминать и в дальнейшем использовать. Так вот, смотрите все хороший этот сериал «Теория Большого Взрыва», обязательно. Улыбайтесь, развивайтесь, становитесь еще умнее. И все, пока, до встречи в светлом будущем.